Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. У нас сегодня дождь. Посмотрите, какая это красота. Но нам ничто не помешает приготовить замечательный соус. Здесь у меня запеченные помидоры, перчик и запеченный чеснок. Запекла в духовке, удалила кожицу, шкурку и все. Добавила каперсы, оливковое масло, соль, перчик и немножко сахарку. И взбиваем. Наш великолепный соус готов. Невероятно яркий, вкусный, очень ароматный и пикантный. Каперсы придают ему просто невероятный вкус. Рецепт, как всегда, под видео. Я прячу телефон от дождя и жду вас на моем канале.